Здравствуйте. Сначала о мировых новостях погоды. В странах Средиземноморского региона идут сильные дожди. Холодное полугодие – это влажный сезон для Средиземноморья. Однако сейчас циклоническая деятельность особенно активна. Косвенно причиной такой аномалии могут быть холодные антициклоны умеренных и высоких широт Атлантико-Европейского сектора атмосферы. Они блокируют типичный западный перенос и вынуждают циклоны зависать в восточных волнах над акваторией Средиземного моря. Теперь о погоде в Твери и Тверской области. 28 ноября на Руси отмечали Гурьев день и поговаривали, уж коли ляжет на Гурье снег, так лежать ему до половодья. В последние дни месяца характер погоды в нашем регионе по-прежнему определяет область высокого атмосферного давления антициклон. Нас ждет облачная с прояснениями, холодная, но сухая погода. 29 ноября в Твери днем минус 6 градусов, ночью минус 12 градусов, ветер восточных направлений 2 метра в секунду, в течение дня облачно с прояснениями. В этот день в нашем регионе были зафиксированы следующие метеорологические рекорды. Максимальное значение температуры плюс 10,4 градуса зафиксировано в 1969 году. И минимальное значение температуры минус 24,6 градуса зафиксировано в 1984 году. В Москве 29 ноября днем минус 6, ночью минус 11. Ветер восточных направлений 2-3 метра в секунду. В течение дня преимущественно облачно. В Санкт-Петербурге 29 ноября днем минус 5, ночью минус 7. Ветер восточных направлений 2 метра в секунду. И в течение дня преимущественно ясно. Я желаю всем удачи и хороших выходных дней.